Этой весной, как и обещала столичная администрация, продолжилось озеленение Красной площади. Напомним, часть деревьев и кустарников была высажена прошлой осенью. Со временем здесь вырастет целый парк. Планируют посадить 900 деревьев и не 1000 кустарников. Сегодня Красная площадь приобретает тот внешний облик, который был запланирован в проекте реконструкции. Осенью здесь посадили липы, ивы, дубы, клены, сегодня сосны. На очереди цветочная рассада. Со временем здесь появятся дополнительные места отдыха, игровые зоны для детей, интересные объекты для туристов, а также музей под открытым небом. Это очень важно, чтобы на Красной площади был уют. Место солнечное, это центр. И для того, чтобы люди в любое время года, в любое время дня здесь было комфортно мамам с детьми, малышам. Вот это идет сочетание сейчас фонтана, воды, которую дает фонтан, зелень, которая дает уют. И, соответственно, появляются те места, где хочется задержаться. Где можно со временем, это же еще все разрастется, и появятся места, где можно посидеть. Уже с маленьким ребенком там, да, в колясочке, где комфортно будет пожилым людям.